что запись, да, блядь, сожгёшь нахуй. Да, всё, поехали, давайте. Это будет потная катка на ИСФах. Банда-убивашка против нашего повелителя. Уничтожителя Мороза. Пивка для рывка, блядь. Пивка для рывка, и главное, нужно посмотреть уровень игроков. Так, смотрим. Банда-убивашка, 232 уровень. Абдулиус, ебаный. Абдулиус, 51. Я думаю, здесь будет катка, скорее всего. Ну поглядим, поглядим, ребят, посмотрим. Я думаю, что вот это чмо ебаное, наверное, так нельзя говорить, да? На стриме нет, ни в коем случае, за это могу. Хотя нет, это ПБХ. ПБХ можете убить. Бля, холодно. Вот это пишет там. Хорошо, посмотрим, кто у нас повелитель мида, давайте. А я ж не могу инфу давать, да? Вы же слушаете меня, блядь. Где Паша, где Паша? Паша бежит руны чекать, но он не знает, что на этом режиме нет. Да. Паш, на первой руне нету как бы. Ну, ох, ебать. На этом режиме есть руны, только не на первой. На первой минуте нет руны, дебил. На первой минуте нету, да. Дебил, блядь. Давай, смотрим, у кого у вас хит круче. Чьё кунг-фу круче, я расскажу. Да, заебись. Пока они идут ровно, очень чётко. Нихуя. Не оставляют ни одного крипа. Ебать, да, не аркану поднял. Кто-то начинает проседать. Нет, нет, это равная борьба, равная битва. Ожесточенная битва. Все дефолтно, все дефолтно, все по трехи. Набивают души. Ну как набивают, так? Просто бьют крипов. По одной душе у каждого, блядь. Я бы не сказал, да, что это true is это. Я бы вообще не сказал, что это если это так себе. У нас появляется явный лидер. Мастер призывания. Что у нас по рейтингам тут, ебать? Гринг это... Доминирует. Не по-детски, но все решит мансы. Королевский скилл, я думаю. Крипам выигрывает Мороз. Немножечко удачи. Божественный Дрим Койл. Страсти накаляются. За крипом. Нет, он не может добить ни одного, ну да ладно. Господи, это был третий. Так, вторая минута. Заканчивается счет. 5-4, ожесточенная борьба. Вообще, 5 крипов да. За 2 минуты, это божественно. Это вообще пиздец комбо. Это вообще по-царски. Честно, что выше уже 20 крипов. Вы из них зафармили только 6. Ну да ладно. Поглядите, поглядите. Ой-ой-ой! Паша просел по хп. Просел на 50 хп там? Парень даже не качает души дальше, потому что понимает, что он никого не добьет. Видимо, парень на опыт чувствует свой скилл. Профил ситуация. Какой контроль крипов, какой контроль крипов, просто великолепно. Ой-ой-ой, страсти накаляются. Да. Мороз чуть не умер, ну да ладно. Ой-ой. Это классно, мне очень нравится. Крипы даже получше, да? Крипы побольше добивают, чем я вам скажу. Ну да ладно. Ой-ой, как... Какой койл, просто великолепный. Как раз попал по никому. Ай. Ну не да ладно. Не важно, не важно. Кил. У нас тут есть явный лидер. Он просто доминирует в один крип. Я не буду говорить, кто это, потому что нельзя давать это. Ну пусть он почувствует себя полностью. У нас появилась удача. Еще вот. Понятно, блин. Ой, блин, что такое? Я оговорился, сверху, сверху руна, ребят. Хотя да. 4 минуты, 20 минут. Ну как 20?
20 будет. Пиздец, ты чё? Паша обогнал на одну душу, ты чё? На две даже. Паша просил по ХП. Ну приседать, приседать надо, но опыта маловато у Паши. Заткнись, чего, блядь? Нельзя говорить с комментатором. Я вообще мне нужно слушать, блядь. Пардон, пардон, пардон. Сейчас посмотрим, какие спауны, что спауны сейчас в лесу. Потому что на линии не очень. Чем она струна вверху нет, да, мороз? Вводит, вводит, ебать. Ну а со что мне еще приходится? Ой-ой-ой. Курица догоняет СФ, а курица догоняет! Еще пару секунд, и она догонит! Нет! Да! Курица это сделала! Я ее поздравляю! Какая курица валит? Паша, он курица уже. А, блин, нельзя давать отход. Ну да ладно, ну да ладно. Ой-ой-ой. Какая дерзость, какая дерзость! И иллюзия умирает, господи. Койл от мороза был великолепен, я продолжаю. Ой-ой-ой. Страсти накаляются. Дэн, ты следишь за счетом? Да ниже, вижу, да. Играем, кстати, до смерти или до трех? До смерти, давайте, так же хардкор. Это до двух. Не-не, так хардкор. Также турнир 1 на 1 играли, вы тут сорвали. Там играли до двух смертей вообще. А до турнире до скольки? До двух смертей играли на турнире. Да? А, ну давайте до двух, хорошо. Там же как играть, там же соло мид, типа, и это, ну... Ну как, там... Ебанский, на Старвадре, на Старвадре играли до одной. Точнее, не на Старвадре, а на Интернешнл. Там играли до этого, блядь. До разрушения башни, либо до двух смертей. Вот как там играли. Про башню слышу. Эльда, 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 видео. Кстати, Дэн, ты сам водишь или с пользой моей камеры? Сам. А, давай. О, какая интересная игра. Охуенная просто. Мороз сверху нет, у меня мороз. Мне больше нравится, как же происходит битва. Перефарм глубокий. Глубокий, глубокий перефарм. Такое, такое. Ничего. У мороза. А? А, уже нет. Уже одинаково подушка. Мороз ебет по душе. Вообще как бы мне нравится больше у мороза, потому что у него есть самый такой вот. Вот он с регенка, я видел. Под названием банка. А у Паши есть большие яйца, они помогут. Большие яйца помогают. Вот знаю по себе, яйца... У тебя их нет, Вань, не бойся. Я Паша, ведь... Паша тащит по ценности, нихера себе. Пока лед не кончится. Время туда. Вот это вот. Да, белька тебя крикнула. Да, беленькая. Беленьким пикой, да. Еще такой квадрат, как ты водишь по ним. Сейчас на руне. Сейчас на минуту. Ну ты понимаешь, вот это вот может что-то решить, я думаю. Может быть. Я надеюсь. Если они будут фармить до бесконечности, то они сдохнут. Интересно же. Паш, только не говори, что у тебя... что это Best of 3, Руна и Эльза не говорит. Персонажа. Давайте персонажи будут Квапан, тогда еще и Пак. Вот на Паке лучше вторую игру. Давай, давай на Паке, хорошо, вторую игру. Повеселее. Вот она, вот она, вот она! Замес, замес, замес. Ой-ой-ой.
На. Вот ой. Это доминация! Похлопаем, похлопаем, а это первая активность. Я так и знал, что Инвиз отвечаю. Мороз. У тебя ошибка была, ты прокачал ульту, она нахуй если нужна. Да, ну ладно. Не, Паш, если ты с ульты бы начал драку, то... Я бы ничего не сделал бы. Ты бы его в два раза быстрее. Якобы кобы, блядь, во рту выросли грибы. Чё, блядь, у тебя там выросло? Ебала. Ты видишь, парень как-то затащил уже один фраг, и всё, он уже бог на эсэфе. Я тебе говорю, бог. Парень зазнался. Так. Да. Парень с головой, блядь, не нахер. Ну посмотрим, посмотрим. Давайте-ка пока посмотрим от ближнего лица Паши. По жизни уже. Есть фраг, есть тотальная доминация на карте. Загнал Мороза на свой хайлайн. Я думаю, это успех. Да ща пурпуру, блядь. Главное, чтобы перефарму не особо много у Паши, поэтому я думаю, его кривые руки еще могут свести в ничью. Да не знаю, как я играю. О, рисовать можно. Да, рисовать не хочешь. Сразу нарисовать, кто здесь. Я думаю... Сюда пойдем. Тихо-тихо. Навязывается борьба. Какие коевы? Какие коевы? Хочет, вот этот вообще отменно. А что это крипто делает? Я не знаю, там мороз какой-то пока здесь Паша стоял. Где этот кто-то сюда стреляет, пока мороз тут. Вам нужно за снайперов играть, там промахиваться нельзя. За снайперов можно, кстати. Можно за Рики, в принципе, еще. Сразу банку себе соберут, будут потом ультой херачиться по полчаса. Один в одного ульта, другого в ульту. Стоят друг друга, целятся в ультами. Представляют? Нет. Давайте я не похож. Сука, ты пидрил, ёпа. Блядь, ты чё купил? Тихо, это интернешнл, мать твою. Я прощеканный. Отъебись. Сработает, я чувствую. Начнем с того, чем больше, тем лучше. Вот это, я думаю, станет ключевым. Я чувствую, это сработает, чувствую. Поглядим, я думаю, что-то сейчас будет. Рано или поздно должно что-то быть, в принципе. Паша опять все равно спиздил какую-то хуйню, сука. Мороз, будь осторожней. Бля, только инвиз, нахуй. Если инвиз, я просто сразу, блядь, плюну. ГГ пропиши разом, все разрушится. Ты тогда сольешь как бы одну карту, понимаешь, здесь аж осточенная борьба, понимаешь? Призовой фонд такой, не маленький, ты понимаешь? Бум! Бум! Какие коевы, какие коевы! Ну, блядь, мудак, сука! Паш, ты понимаешь, ты... мог просто сейчас дать печку и выиграть карту. Наверное. Нет, они еще будут 2 часа платить, блядь. Да, что нельзя? Паша, да, вот он, по-моему... Да я думал, блядь, то, что убили бы, я вообще вот это... Да, Паша, даже если ты сдох после этого, тебе какая разница, у тебя осталось-то, у тебя преимущество есть. Ты бы его грохнул, и все. Я здесь хуй знаю, что тупанул. Понял, блядь, что за игра. Ну да ладно, игрок просто неопытен. 335 уровень, нормально еще. Я здесь уже тотальный перефарм, я тебе говорю. Нихуя нету, чувак. Ну, по это, конечно, не особо, ты скажешь. Про рейтинги что у нас показывают? На 500 голды больше? Я вас понял. Мой опыт на 500. Кому она нужна, эта аквила? Её можно не активировать. Вообще, она увеличит броню регенерацию маны, но это не обязательно. Паша. Нужна эта броня и регенерация маны. Как бы мид ломает. Это тактический мув. Вот этот вот. Потом разворот, вы считаете. А, вот этот
тоже тактически могут быть. Да, надо запомнить, Паш, надо запомнить. Ты придешь, сука? Будем использовать. Мы не будем нести, ты где ты, сука? А что ты не будешь нести? Он руну ждет, блядь. Он дебилоид, нахуй. Просто мудак. Паша просто слился, нахуй. Ну, ДД понятно. Ладно, я подожду, Паш. Паш, ты знаешь, ему тычку дай, ты, Паш, проебал. Башня, мы до фрагов играем, ебан, сказали же тебе. Да, я же не несу. Ну или да, не знаю. Давайте Т2, если снесут, то тоже проиграл, потому что на Т3 это хайлайн, это жопа, я не собираюсь за столько здесь сидеть. Я просто хотел еще до 7 утра фильмец посмотреть. Посмотреть, как бы здесь. Ну подождите, сколько время? Нихуя уж. Мне кажется, Дэн, это просто китайцы, видишь? Да. Я тоже так считаю. Я бы назвал это очковый стиль. Да. Ну парни на коров играют сразу. Очковый вот здесь вообще отменный, мне кажется, парни потные. А вы хоть различаете какой там поблизи? А что-то я спокойно понимаю. Рандомно. Просто я когда слежу за морозом, там натуре что-то как-то... Не говорил, рандомно кидает. Сука. Паша вначале такое было, он хочет нам лезть, потом у него какой-то даль улетает, потом в середине промах. А? Парни маны, тучи могли просто прийти, кайлайма захерачиться и дальше. Мороз еще, не знаю, кайлай не хватает. Не вырос еще, мороз койл. Я думаю, с таким перефармом можно просто идти. 300 голды, до хрена. Да, детали перефарм. Чтоб я сдох еще раз это смотреть. Еще снимаем, что ты скажешь больше. Да, а интересно, у Дани на турнире будут такие же ракалы играть? Тоже сейчас будет интересный склад. Которые будут фармить, ну можно, в принципе, О, нет, какая истощённая погоня! Ебаните, что ли, а? Он урывается и нет! Иллюзия атакует Мороза, и Мороз их спокойно отбивает. Да, еще получится выиграть. Какая славная битва была. Все игроки остались без своих. Какой ворот. Поехали, Койвы! Ой, Лор! Нет, посыпался! 1-1! 1-1! Ожесточенная борьба, ожесточенная. И я вам скажу, даже вот так, не то я. Паша соснул много голды. Бля, 38 хп у Таро, сука, нельзя нести. Ну, Паш, да, здесь, конечно, ульта не нужна была, Паш. Да я не знаю, я что-то 30 килл начал юзать. Он повезло тем, что он сначала заюзал Дани, а потом второй, третий, первый, как бы. Не попал даже, да. Ты попал, Дани, по мне. Он промазал, потом вы начали херачиться как-то не понятно. Да ладно, промазал что? Да. Блядь. Простые криворуки. Я думал, попал. А, ты думал, ну хорошо. Давай ты будешь от этого отталкиваться. Интересный айфон появляется, и какой интересный айфон появляется. Смотри, что у него появляется, что у него появляется. Да. Я даже нарисую вот это вот. Хары хуй рисовать. Не, хуже. А написать никак, да? Чат это не то, понимаешь? А что? Я фиолетовый, не хочу фиолетового. Какой контроллер? Что это, сука? Чувствуешь, что ни один из парней не может купить вар, сюда поставить народ? Это куча времени. Ну, просто ребята слишком потные, чтобы тратить деньги на варды. Тут каждая акуева может затащить игру. Блядь, Паша, сука! Они снесут! Гриф нажми, бля! Ебать! Это был обычный режим ставить. Он поставил митом, да, чтобы снулся. А как бы мы 1-1 с Настефа сыграли бы? Подожди, что сейчас произошло? Он баш сломал. Не я сломал, сломали баш. В смысле, когда башня ломается, все слив? Ну да. Это ж 1-1. Ну хорошо, это карта 1-1.
Гоу баки, сука, это хуйня, конечно. Я не могу за себя, это нереально, там просто невозможно за них играть. Как за них играть? Хорошо, хорошо, 1-1. Теперь давайте правила изменим просто. Какие правила, нормальные правила? Нет, я не про это, я про то, что типа, если тауэр ломается, то ты проигрываешь. Хуя. Потому что, как бы, ну, чтобы не было такого. А ты какой режим поставил? Такой же. Ну все, нормально. Только у меня не прогрузка. Выбирайте баки или квабы? Паки, паки, паки. Ваш баки? Это у нас вариант есть. Ну давай так. У вас, в принципе, еще две карты будет. Ну раз ты там прогрузишься, нет? Да-да-да, я уже перезахожу. По картам 1-1. В дотку перезахожу уже.